Привет, ребята. Вавилонская церковь, последователи Иуды Искариота. В Евангелии от Иоанна, глава 12, стих с 3 по 6. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что он был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Лидеры Вавилонской церкви – воры и любители денег. И они предали Господа Иисуса. Они последователи Иуды Искариота. Иуда был учеником Иисуса и ходил с Иисусом, но никогда не любил праведность. Он был вором. Даже Иисус сделал его хранителем денег, чтобы хранить деньги у него, чтобы, может быть, он был удовлетворен этим и стал бы честным учеником. Но он был грабителем, ему всегда надо было больше денег, денег. Даже до тех пор, пока он не предал своего Господа и предал его за 30 серебряников. Лидеры вавилонских церквей такие же. Они ненасытны в том, чтобы обкрадывать людей. И они предают Иисуса каждый день. И распинают его дважды своими злыми делами. Они ходят с Иисусом, как Иуда. И они называются учениками, как Иуда. Несчастные люди, они как Иуда, как сын погибели. Иисус знает их. И Он позволяет им использовать Его имя, зная, что они лишь приготовлены на день заклания. В Луки, глава 19, стих 27. «Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и сбейте передо мной». Выйди из Вавилонской церкви. Ты становишься соучастником их грабежа, и ты предаешь Господа Иисуса, живя грешной жизнью. Ты распинаешь Иисуса дважды, каждый день. Покайся, пока Господь не пришел и не сдвинул светильник твой с места Его. Как это когда-то произошло со мной. Не будь таким упертым, каким я был. Благодарю Иисуса миллиард раз, что Он пробудил меня и вывел меня из Вавилонской церкви. Покайся до суда. Иисус благословит тебя, если ты будешь повиноваться Ему.